Когда жители из ветхого и аварийного жилья смогут переехать в новые квартиры, обсудили на еженедельном совещании в Чебоксарской администрации. На данный момент все 5 домов для переселения жителей в Чебоксарах достроены, хоть с небольшим опозданием. Сейчас идет подготовка документов на ввод в эксплуатацию и оформление квартир в муниципальную собственность. Прошу сотрудников блока жилищно-коммунального хозяйства, глав районов, провести работу. На этой неделе мы проводим заселение в 2 дома, а на следующей неделе в остальные 3 дома. Таким образом, к 20 октября жители должны иметь возможность переехать из ветхих аварийных домов в новые благоустроенные дома. После сдачи этих домов Чебоксары закроют последний этап программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Напомню, в нее вошли дома, которые признали аварийными до 2012 года.